Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с работами художников, скульпторов, описанием этих работ, биографии художников. Гадалка Саймон Уэй. Около 1618 года, 120 на 170, находится в Национальной галерее Канады, Оттава, Канада. Холст масла. Симон Вуэ был прирожденным академиком, который впитывал то, что видел и изучал, и показывал это в своей живописи. Драматическое освещение Караваджо, итальянский маньеризм, цвет и укороченная перспектива Паоло Веронезе и искусство Караччи, Гверчино и Гвидо Рени. Версия гадалки Вуэ во многом обязана влиянию Караваджо, но потом она кажется более фарсовой. Загорелая, красивая цыганка предсказывает судьбу жеманной молодой женщине. За спиной цыганки мужчина комичным жестом крадет то, что она спрятала в своем плаще, подмигивая и подавая сигнал сообщнику, который щеголяет в меховой шапке с перьями. Он, в свою очередь, указывает на жертву цыганки, но она, несмотря на свой глупый вид, кажется победительницей, поскольку она жестикулирует в сторону зрителя и таким образом приглашает нас насладиться зрелищем обманщицы. Обману. Ну, такое описание к работе Саймона Вуэ «Гадалка», около 1618 года. Работа находится в Национальном галерее Канады. Я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания.